9 часов утра. Жарище, капец. Поймал 8 штук саранчи уже. Утки вон полетели. Раз, два, три, четыре, пять. А вон еще 5 штук. Если кто не знает, как отличить звук саранчи от других, вообще-то тут не саранча, если там по-научному. Это, по-моему, кузнечик какой-то обычный. А саранча-то она по-другому выглядит. Но мы ее называем саранчой. Ну, в общем, как отличить звук вот этого большого кузнечика от других? Основной признак – это он гораздо громче. Его издалека слышно. И он такой длинный, продолжительный. Маленькие они стрекочут так недолго. А этот громкий, такой длинный, и у него еще частота отличается. Так, конечно, не поймешь по объяснению, это нужно услышать несколько раз. Тогда будет ясно. Но отличить его довольно просто, когда понимаешь, как он звучит. И вот услышишь где-нибудь вдалеке и идешь на него. А вот, вот она стрекочет. Сейчас, я думаю, найду. Вон она сидит на кусту и стрекочет. Вон спрыгнула. О, полетела. Вот так их можно довольно легко находить. Отличать по звуку от других. Не вижу, где притаилась. А вот. Вот. Так, это 10-й. Вот, стрекочет опять впереди. Вон сидит на кусту. А ну-ка. Куда она делась? Наугад хлопнул. Где она? А вот и нашел. Время уже без 20:10 натикало. Так, тапки в рюкзак. Все свое ношу с собой. Рюкзак на спину и вперед. Вообще, по прогнозу, это последняя неделя. Жаркая будет. А потом вроде должны холода начаться. Так что надо на голавлика походить. А то потом уже в воду не залезешь. О, жерех мелкий плавает. Вода стала прозрачнее. С последней моей рыбалки. И что-то холоднее. Хотя на улице жара стоит. Но это сейчас привыкну. О. Первый есть. Похож, не очень крупный. Вот здесь вот прям за этими, за бурунами схватил. Ах ты, собака. Куда-то завел. В какую-то траву. Куда он завел-то? Ну, хорошенький такой. Не крупный, конечно, но хорошенький. Упитанный. Вот здесь вот прям за бурунами только проплывал, и он сразу схватил.
Ой. Блин, еще один. Опять же траву там заводит. Далеко схватил, вон там, около переката. Тоже не крупный. Такой же, наверное. Да, такой же. Тут, видать, стайка стоит одинаковых. Даже саранча целая осталась. Давай, тебя-то я удержу. Или не удержу. Эх, собак, какие они все-таки прыткие, это капец. Чуть-чуть прозевал и уплывет. Ага. Опа. Хороший. Хороший. Эх, в траву опять. Тут перекат из травы. Смотрите, что он там делает. Не хочет идти, в траву заползает, гад. Залез в какие-то корни. Вон его плавник торчит, вижу. Блин, я только пришел, а уже наловил на... уху и на жареху. Можно уже уходить. Так неинтересно. Половлю, конечно. Похожу. Если слишком много уж наловлю, отпускать буду. Куда ты тут залез? Ого, какой! Вот это голавль. Вот это жирняк. Ему даже крючок губу не пробил. Блин, в рюкзака лямка еще отцепилась. Придется к берегу идти. Смотрите, какой здоровый, жирный. Красавец. Да, ему крючок даже не пробило. Пасть. У него пасть здоровенная. Толстенная. Брыкаться будешь? Тихо, тихо, тихо. Не знаю, что ты сейчас начнешь брыкаться, как собака. Тихо, тихо, тварь.
Как тебя его в садок затолкать, непонятно. Блин, еще все перекрутилось, как в жопе. Но его надо сначала толкать, а потом крючок отцеплять. Иначе это беда будет. Уплывет. К тому же крючок не пробил. Ему пасть. Давай, залази. Он даже в мою дырку не пролазит. Давай, давай, пролази. Чего ты тут? О, нормально. Кое-как я его от крючка отцепил. Как назло, нож дома забыл, оставил. Всегда его с собой ношу. У него рот мясистый. А пробило в самое мясо. Разорвать не получается, слишком толстая, прочная, и отцепить не получается. Блин, мучился, минут 10 стоял, ковырял, но отцепил кое-как. Вот здесь вот он схватил, за самым перекатом стоял. Там дубы, кстати, за перекатом я переходил, когда натыкался на них. Он в этих дубах стоял. Ну, конечно, здоровый. Он чего? Больше кило, я думаю. Любас. Опять здоровый. Вон там он. Я подсечку не заснял, но он также выпрыгивал, как первый при подсечке. Примерно такой же, может чуть поменьше, мне кажется. Опять по траве прям идет я. И схватил опять прям так это мощно. Блин, в корягу завел. Придется к коряге идти. Головлей там распугать всех, которые остались. Блин, зацепил за корягу, гад. Ага, отцепился. Это поменьше похож. Да, это поменьше. Но схватил он тоже мощно. Прям как этот я. Крупный. Как дал я. Так, этого я пробил. А сегодня крючок еще поменьше поставил. У меня они там все в куче валяются. Иногда чуть побольше попадает, ставишь. А вот раз поменьше. А головли, наоборот, крупные стали клевать. Стой, не бесись. Надо вот, я думаю, тебя тоже опустить сначала. Потому что в руках я тебя явно не удержу. Не суна. Крючок вылез. Сейчас уплывет. Стой, не дергайся. Полази. О. Не, не уплывешь ты никуда. Так же зацепилась, как и тому почти. У них пасть мясистая. Трудно отцеплять крючки, конечно. А, удачно. Вот этот сегодня клев. Один за другим с одного места. Блин, рыба везде прям плещется. Пропустил я еще 4 раза примерно. Поклевок больше не было. Хотя вот здесь вот кто-то ударил еще раз. Тихо. Пойду на ту сторону. И вон туда, к тому острову. И потом дальше буду спускаться. А там потом перено. Да, перекат тут, конечно, хороший. Тут дубов тьма. Вот так лежит, так, здесь одни дубы, короче, он образовался перекат из-за того, что здесь дубов куча лежит.
Блин, мне сейчас пескари пальцы отгрызут. Вот там хватают за пальцы, обсасывают их. Вот какие бурунчики. Пойди за ними, кто стоит. Сейчас посмотрим. Все-таки стоял тут голавль. Вот здесь он, только около других бурунчиков немного. Вот сюда вот я к ним закинул, и он схватил сразу. Ну, хороший голавль-то. У меня, блин, катушка аж раскрутилась. Вижу, губу ему пробил. Я вас сегодня как орехи щелкаю. Вон какой фиганул. Но это может быть еще и жерех, а не голавль. Ну, началось я. Блин, это капец. Я думал, там мелкий схватил, я его не подсек. Вот до суда, ну, дотащил. Как дернул, он еще вылетел. И здесь за ним такой бурун здоровый, губ. Ну, опять промазал я. Но это уже не мелкий был. Это кто-то здоровый тут стоит. Вот какой это прогал хороший. Он там вот сейчас здоровый какой-то плеснулся такой. Грамм на 800, наверное, может даже на килограмм. Прогал, конечно, хороший, но запустила неправильно. Здесь и дубы вот лежат опять. Эти дубы достали. Здесь вот головли должны стоять по-любому. Вон там за перекатиком опять один взял. Не крупный. Такой небольшой, как, наверное, первый. Ну да, как первые два, такой же. Пока его возьмем, потом отпустим, конечно. О, сам отпустился. О, опять какая-то гамза на тину выбросилась и подохла. Жерех их тут гоняет, видать. Вон окунь какой. Ничего себе. На камеру, конечно, не видно его будет, скорее всего. Ну там сейчас головля крупного видел. Ну такого, не особо крупного. Интересно, здесь у них на мелководье. Чего закрякали? Воды мало. Стая уток приземлилась только что. Вот сюда вот. Две полетели, меня заметили. А остальные вот сюда вот сели. Ух ты, какой здесь обрывчик классный. Здесь вот чука может стоять. Где там утки-то? Куда-то в кусты залезла. Подсек я еще одного. Ай. Мелкий.
Тут на этом месте, где этот долбанный экскаватор понарыл, изрылся. Такой вот. В ноздрю его подсек. Он там схватил. Не знаю, вот что дальше делать. Здесь он глубоко, я дальше не смогу так идти. Вылазить на берег, по берегу идти. Пока идти будешь, головли все подохнут все-таки. Вот здесь вот щука стопудово стоит. Какое щучье место, такой обрывчик. Вот здесь вот метра полтора, наверное. Может даже два. Раньше здесь остров был полноценный. На нем даже ива росла. Но его смело. Вот здесь вот перешел по пояс все. Вот здесь иду, не увидел. Тут обрыв такой. Провалился по грудь почти. Рюкзак замочил. Фу. Все глубоко. Ты говоришь, такое место тут классное. Вот здесь вот этот прогал свободный. Здесь вот глубина, обрыв. Но что-то вот здесь вот ни разу мне пока что нормальную голову не схватил. Вон там вначале только один разок. Вот сегодня мелкий. Ну, не мелкий, такой средненький. Который сошел, схватил и все. А место тут вообще офигенное. Вон что крутит. Вон здесь наверняка какой-то дуб тоже лежит. Вымывает. Может быть, просто не повезло. Только что здесь вот ударил какой. Так, вниз по течению не пойду. Уже наловился. Головлей наловил, что капец. Сейчас на мелких отпущу. Которые поменьше. Крупных с собой возьму. Сложусь прямо вот здесь вот. И начну вылазить. Здесь выход очень плохой. Так. Надо их выглядеть подальше, а то упрыгают. Головли. Народ резвый. Так, что тут? От этих трех больших возьмем, а трех мелких отпустим. Еще один у меня вот такой вот сошел. Может, чуть покрупнее. Значит, я сегодня поймал 7 штук. Вот это вот самый крупный. Самый большой. Он что, жирный какой. А. Так. Это, вставай. Это забираем. Это забираем. И это тоже забираем. А этих отпустим, пусть растут тогда, уж вырастут, понятно. С них никто не вылывает. Один пошел. Еще один пошел. У этого спина покоцана, чешуя слезла. Ничего. Поплыл. Подзаживет. О! Ломанулся как. Вон он. Вон он поверху идет. А вас сварим. Живите, пока он маленький. Нашел бобриный путь, бобриную дорогу. Смогу я по ней выйти?
Фу, вылез. Время первый час. 2,5 часа я ловил. Но в следующий раз пойду на другие места. Это уже приелось маленько. Там он пониже половлю, там. Тоже на Манцеровке. И еще надо будет, пока жара стоит, если я успею, съездить за Маськино. Там тоже перекаты есть такие классные, с островами тоже есть места мелкие. Там попробовать бы еще. Солнышко за тучкой скрылось. Хорошо.